подмосковной Барвихе прошла презентация моделей BMW, которыми дилеры марки будут торговать в 2010 году. Баварцы собрали в одном зале все машины, премьеры которых состоялись на последних мировых автосалонах. BMW делает ставку на полный привод, которым обладают 5 из 6 представленных новинок. Среди них самый компактный кроссовер марки X1, абсолютно новый кузов BMW Gran Turismo, спортивные версии внедорожников X5M и X6M, полноприводный лимузин 7 серии X-Drive и флагман модельного ряда — семерка с 12-цилиндровым мотором, разгоняющийся до 100 км в час всего за 4,6 секунды. Настроение в зале дополняли световое шоу и оркестр ударных инструментов Пола Ван Дайка.